Я накрываю сеткой эти розы, подрезала их и такими проволочками привязываю. Все закрепляю. Вот. Я накрыла розы. Здесь в торце оставила открытое пространство. Вот. Главное, чтобы они сейчас не были мокрыми до того момента, пока я спанбондом их не накрою. Сегодня продолжаю укрывать розы. Вот, приготовила спанбонд. Вот, торцов я оставляю открыто. Не закрываю до конца. Будет вот здесь. И с другой стороны тоже торец открыт. Ну, уже когда снег будет явный, тогда я приеду и закрою полностью. А сейчас пока так. Розы укрыты. Уже можно торцы. Сейчас я загляну под них. Там очень сильно еще сухо, потому что полиэтилен накрыт на каркас. Так что вот, могу уже полностью прищепки убрать и торцы закрыть розы.